Всем привет! Сегодня хочу вам показать коврик, который я приобрела для выпечки печенья и пряников. Текстура у него силиконовая, очень гибкий, удобный для выпечки. Что я с ним сделала? Разрезала его на две половины, получилась у меня одна большая, другая меньшая. Больше я использую в основном для выпечки пряников. Очень удобная. Благодаря отверстиям тепло распространяется равномерно по поверхности коврика, что гарантирует мне идеальную выпечку пряников. Так, что мы делаем? Мы берем вырубка, у меня такая восьмерочка, раскатываем тесто и равномерно выкладываем на коврик, на противень. Предварительно можно немножко присыпать мукой. После выпекания у меня получается вот такая идеальная обратная сторона моего пряника.